Вступительные взносы при поступлении в школу или детсад незаконны. Об этом сообщила директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич в ходе аппаратного совещания. По ее словам, при поступлении таких просьб от педагогов родителям следует обращаться в мэрию с заявлением, после чего его передадут в полицию. Когда ребенка привозят в школу, в детский сад, этот обязательный платеж, ставший уже традицией, как вы правильно сказали, вызывает основные вопросы и нарекания родителей. Поэтому вот еще раз хочется, чтобы все наши родители, которые 1 сентября приведут детей в школу и сейчас ведут ребенка в детский сад, знали, что от вступительного взноса мы отказались.